Привет, друзья! Привет, друзья! С вами Бэла Танкиви. Сейчас мы подошли вот к такой шикарной елочке, которая стоит около центра. Белочка сегодня танцует на сцене. И хотим вас пригласить вместе с нами посмотреть, как будет Белочка танцевать. Да? Пойдемте. Пойдемте, друзья. Мы начинаем, но у нас сегодня будет немножко другая программа. То есть не как обычно, там дети маленькие, то есть по возрастанию. Нет, наш концерт будет открывать две пары, которые у нас уже занимаются по программе Е-класса, спорт высших достижений. Вот, и Василий Вячеславовна их представит. Они готовятся как раз выходить. Они исполнят нам европейскую программу. Начнем мы с первого танца медленного вальса. Можно еще раз похлопать? Большое спасибо. Следующий танец у нас венский вальс. Эта группа у нас тоже начинает уже учить основные танцы. Ждем аплодисменты, будем танцевать долго-долго. Поклон делать красивый, уже умеете. Красивый поклон, отлично. Танец ча-ча-ча. Итак, и дальше, пока дети у нас спускаются, к своим танцеванию готовится пара, которую мы...
И, конечно же, для них тоже громкие аплодисменты. И мы встречаем наших всех танцоров на параде аплодисментами, конечно же. Ну, пару слов от нас, Василиса Вячеславовна. Мы очень рады, что вы сегодня к нам пришли. Каждый раз мы не будем повторять слова благодарности, что вы нам доверяете своих детей, то есть их с каждым годом становится больше, на нас, соответственно, все больше. Спасибо большое, с наступающим всех Новым годом. Вот, вам всем счастья, здоровья, красивых и здоровых деток. Василиса Вячеславовна сейчас что-то скажет. Да. Обязательно еще раз повторюсь, спасибо большое, что вы сегодня с нами на таком нашем празднике. Конечно, это не у всех это мероприятие, к сожалению, сегодня получилось посетить по разным причинам. То есть это не весь наш коллектив, он намного больше. Спасибо, что вы были эти, сколько, наверное, часа два у нас, да, заняло время все с нами. Очень рада, что вы приводите своих деток, мы их безумно любим. Вот так вот прошел наш сегодняшний день, вечер. Белочка вам показала, как она выступает, как она танцует. И всех с наступающим Новым годом! Ставьте лайки. И подписывайтесь на мой канал Белла Тань ТВ. Пока, друзья!